Здесь черешня на улице. Рви не хочу. Здесь вот она, вишня, пожалуйста. У нас все так быстро созрело, прямо за неделю, мне кажется. Участку грядки, все огорожено, поднято. Много клубники. Ну, пожалуйста, сюда. Здесь тоже у нас все обустроено. Это летняя кухня. Пожалуйста, сюда. Банки, склянки, закрутки, все приготовления. Это можно организовать здесь. Вот такая еще комнатка. Здесь у нас будет 10 квадратных метров. Здесь у нас с декоративной вставкой в зоне изголовья. Обои поклеены. Друзья, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд Краснодара в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, центр недвижимости «Компромисс». Если вы еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Буду вам очень благодарна за вашу подписку. А также буду благодарна алгоритму YouTube. А я буду рада тому, что вы подписываетесь на наш канал. Это будет помогать мне искать для вас более интересные объекты и новые локации. Где мы сегодня находимся, что будем смотреть? Забралась сегодня подальше, порядка 130 километров от Азовского побережья, в сторону станицы Пеневская. Будем смотреть с вами сегодня дом 90 квадратных метров на 7 сотках земельного участка, очень ухоженного, уютного. Стоимость объекта будет составлять 8 миллионов 500. Сейчас расскажу про станицу и пойдем смотреть с вами объект. Пройдем с вами, как обычно, по подъездным путям и по инфраструктуре станицы. Что-то у нас хорошие грунтовые дороги с одну сторону, в другую сторону. От съезда с асфальта здесь прямо рядышком, ну, метров 50, поэтому здесь всегда у нас будет чисто, сухо. Место в станице высокое, в целом Каневская – это одна из станиц, в которой воды в целом не бывает, здесь все в порядке с этим. Что касается школы, детские сады, порядка 1,5 километра ближайшая, 1,5-2 километра вторая школа, две школы, да, недалеко, ну как недалеко, ну минут 15-20 ходьбы, поэтому в целом детки, наверное, справляются. Садик у нас порядка тоже 1,5 километров ходьбы, все ходят по-разному, поэтому рассчитывайте время. Остановка общественного транспорта, магазинчик в шаговой доступности порядка 10 минут. Станица сама по себе огромная, 60 тысяч населения в ней на сегодняшний день. Вместе со станицей Старой Деревянковской до Азовского побережья здесь ближе всего, порядка 70 километров до Приморско-Ахтарска. Поэтому добро пожаловать, любители Азовского побережья, в это направление. В станице есть своя набережная, есть свой песчаный пляж оборудованный, очень симпатично сделанные площадки и место для погулять. Ну и, в общем-то, свой пляж есть не в каждой станице. В общем, все здесь свое. Здесь даже есть, друзья мои, свой зоопарк. И очень даже приличный. Здесь, по-моему, 3 целых парка. И это не маленький сквер, это действительно настоящие парки. В общем, станица достаточно большая, развитая. Такое достойное место для жизни. Рассмотрите ее, а мы пойдем смотреть с вами дом. Хочу показать изначально придомовую территорию. Обратить на нее внимание, какая она широкая, красивая, зеленая. И не просто зеленая, а еще и цветущая. На улице две огромные вишни, и причем вот, смотрите, здесь черешня на улице, рви не хочу, здесь вот она, вишня, пожалуйста. У нас все так быстро созрело, прямо за неделю, мне кажется. И вот на противоположной стороне еще тоже два огромных дерева. А широкий фасад у объекта, здесь порядка 40 метров будет у нас ширина фасада. Будут въездные ворота с двух сторон. Вот здесь у нас будет въезд в гараж. И сейчас зайдем на участок, там еще одни покажу. Будет с левой стороны дома заезд. Давайте заходить, осматриваться по территории. Много надворных построек. Очень ухоженный участок. Ну, такой оправдывающий себя. Да? Давайте смотреть. Значит, дорожки у нас в тротуарной плитке. Надворные постройки пройдем чуть позже. Сейчас обойдем по участку. Здесь посередине расположилась цветочная зона, розарий. Много сидит роз, разные сорта. Посерединке тоже клумба. И с левой стороны вообще рень, куда без нее, уже отцвела красавица. Вот сюда место, как беседка, место для отдыха, небольшой навес качелями. И здесь сейчас заплетает, это у нас все виноградная лоза.
плитка тротуарная постелена по придомовой территории. Здесь также двигаемся. Сидят у нас розы, хризантемы. И вот не вторые наши въездные ворота. Вот, пожалуйста, вот сюда. И машина может зайти на участок при необходимости, там для обслуживания. Если вдруг что-то надо привезти, обратите внимание, что такого плана ливневочка сделана, чтобы вода не застаивалась после дождика на участке. Очень все аккуратно, все благоустроено. Территория участка очень-очень приятная. 7,6 сотки, почти 8 соток площадь участка, если быть точным. Ну, еще один гараж строили. В него сейчас машиной мы, конечно, не попадем. Вот с этого заезда здесь машину мы одну, две, да, можно здесь оставить, перед домом большие придомовые, если нужно. Ну и еще гараж мы тоже с вами посмотрим. Но этот гараж, скорее всего, использовать под дополнительный сарай. Давайте пройдем, посмотрим, что еще у нас есть здесь по участку. Грядки, все огорожено, поднято, много клубники. Да, пожалуйста, сюда. Здесь тоже у нас все обустроено. Земля разработана. Посадки все необходимые высажены. Черешня, вишня, она вся перед домом. На участке здесь смородина, ежевика, малина, крыжовник. Там пару деревьев перед домом. Ну, в целом здесь больше задняя часть – это огород. Давайте будем сразу проходить по постройкам. С левой стороны расположился навес на металлическом каркасе. Здесь, смотрю, мангальчик расположен. Наверное, такая зона для готовки. И вот по дальней стене такое зеленым профлистом зашито сооружение. Это сарай и курятник. Давайте откроем. Посмотрим. Все очень удобно сделано. Везде защелочки, все закрывается. Смотрите, тут травник можно использовать, можно сарай, можно жирность какую-то держать, если необходимо, все вычищено прямо в идеальном виде. Тут вот для курочек рядом место, сейчас мы тоже туда зайдем. Уважаю прямо всегда решение собственников, это надо прямо решиться на это, что если перестал держать птицу или живность, вот все убери, вычисти, вымой и оставь, чтобы это было все чисто и красиво, без запахов. Да, хочешь, пользуйся дальше, хочешь, нет. В общем, прямо в отличнейшем все состоянии. Такие сарайчики мне даже в удовольствие вам показать. Ну, здесь тоже загон для птички. Обходим с вами участок с другой стороны. Давайте посмотрим. Ну, в целом, вот 8 соток вполне себе достаточно, чтобы огород посадить, сад иметь, дворных построек в количестве. Ну, крыжовник зреть начинает, смотрите. Даже не успеваешь сообразить, как быстро все начинает созревать. Еще неделю назад не было ничего, а сейчас уже, пожалуйста, все. Так, дальше мы двигаемся по надворным постройкам. Есть уличный душ и уличный туалет. Давайте тоже их посмотрим. Капитальные постройки на фундаменте. Вот в таком формате у нас уличный санузел, скажем так. И здесь рядышком раздельный, да? Интересное выражение будет новое. Раздельный санузел на улице. Так, здесь у нас летний душ. Ну, кверху лейка, пожалуйста, и будет водичка. Наверху установлена для набора воды, и чтобы она была тепленькая. И еще такая вот пристроечка небольшая. Здесь придумаете, что с этим сделать. Была бы постройка, да, как говорится. Так, обходим с вами дальше. У нас есть еще летняя кухня, сарай, гараж. Поэтому здесь нам что еще точно посмотреть. Есть тоже пару клумб. Через плетущуюся зелень арка. Также придомовая в тротуарной плитке навесы. Ну, чтобы и тени, место для отдыха можно было организовать. Вон качельки детские, качели взрослые. Пожалуйста, можно столики дополнительно выставить. Вот здесь у нас с вами надворная постройка. Давайте в нее заглянем. Это летняя кухня. Пожалуйста, сюда банки, склянки, закрутки. Все приготовления это можно организовать здесь.
Вообще тут концепция дома интересная, потому что по-хорошему дом можно использовать для проживания двух семей совершенно отдельными помещениями. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим то, что называется здесь кухней. Но по сути это можно использовать как отдельный, ну я так вижу, что это можно использовать как отдельный гостевой дом. А кухню завести вторую в дом. Вот мы с вами заходим. Давайте смотреть. У нас на входе прихожая. Дальше вот сюда санузел свой. И вот сюда у нас кухня. Большая площадь достаточно. Здесь порядка 23 метров. Сейчас это используется как основная кухня. Но здесь как бы вот дом, он прямо полноценно отдельный. Поэтому вот это можно вообще использовать как отдельное самостоятельное помещение для жизни. Если вы вдруг едете или планируете жить, ну, родители, например, да, нужно иметь отдельное помещение. В общем, кухня сейчас основная у нас здесь, акцентирую на этом внимание. Санузла 2 здесь и в основном доме, а вот кухню можно вполне себе завести и оборудовать в основном доме тоже. И тогда, напоминаю, у нас получится с вами целых два отдельных дома. Пойдемте в основной дом, сейчас расскажу по тех характеристикам, мы будем приступать уже к основному осмотру объекта. Ага, забыла, да, перед тем, как будем приступать к основному осмотру объекта, мы же с вами смотрели гараж. Помните, вон там, где вишни, черешни мы с вами с улицы рассматривали. Давайте еще раз вот так, чтобы было понятно. И вот сюда у нас въезд в гараж. Я зайду с боковой двери, чтобы было понятно. И потом уже приступим с вами дальше к дому. Так, давайте заходить. Гараж большой, просторный. Электричество сюда заведено. Кирпичная постройка, бетонированные полы. Стены здесь под покраску. Высокие потолки. Ну, как высокие для гаража, да, высокие. Порядка 2,50. Яма смотровая. Так, давайте мы определимся, что у нас может сюда войти. Ну, скорее всего, надо ориентироваться, да, по высоте ворот. 2 метра. Думаю, здесь у нас высота ворот. Вот на такую машину можно рассчитывать. Так, ну, в целом, гараж сам по себе стандартных размеров. Порядка 27-28 квадратных метров. О, как на улице тепло, а из гаража выходишь так прохладно, приятно. Так. Ну что, теперь мы определились со всеми надворными помещениями, с участком. Давайте пройдем по тех характеристикам объекта и пойдем уже смотреть с вами дом. Так, давайте пройдем с вами по техническим характеристикам объекта. Дом у нас 90 квадратных метров на 7,6 земли. Назначение земель здесь ИЖС. Дом у нас, друзья, 77 года постройки. Дом на ленточном фундаменте, высокий цоколь у дома. Все это в облицованном фасаде. Если постучать, я сразу хочу обратить внимание, что это не кирпич, это кирпичный дом с облицовкой сверху. Смотрится очень-очень здорово. Пока вот не постучишь, не посмотришь, не скажешь даже, что это не кирпич. Но сделано очень хорошо. Так вот, дом у нас 77 года постройки, полностью кирпичный, с облицованным фасадом в современном формате. Стеклопакеты заменены. Коммуникации у дома все центральные. Газ, свет, вода, канализация, септик. Септик на 5 кубов. Место здесь очень высокое, откачки он вообще не требует, этот септик. Само все, как говорится, все само рассосалось. Крыша четырехскатная, накрыта профлистом, новая, перекрыта несколько лет назад. Тоже все здесь в порядке. По тех характеристикам мы с вами прошли. Давайте переходить к осмотру самого жилого дома. Итак, в дом мы с вами попали. Сегодня мы без планировки, к сожалению, обойдемся. Но все расскажу, кому будет интересно, планировку потом пришлю. На входе у нас большое пристроенное крыльцо. Крыльцо у нас отапливаемое. Здесь прям шикарно хочется вот сюда и вот туда. Такой высокий, хороший шкаф-купе. Прям очень хочется вот сюда его поместить. Прям просится. Да? А вот здесь уже у нас получается окно, отопление, ступенечки, и мы поднимаемся в основную часть дома. Дальше у нас вторая
прихожая. Стены здесь оклеены обоями, потолки обои под покраску. На полу лежит ламинат. Ну, Бьонская станица, хочу сказать, у нас такая особенная. Здесь очень-очень-очень мало стройки, очень мало новых строящихся домов. Поэтому вот такие дома с такими высокими потолками, какой-то вменяемой, как я называю, планировки, и когда с ними хоть что-то можно еще подшаманить и сделать для себя более удобным, вообще в продаже появляются нечасто. Ну и шикарный участок вот по сегодняшним меркам. Участок, конечно, очень хороший. Так, смотрим с вами жилые комнаты. Первая спальня. Ну, прям такой хороший косметический ремонт у дома. Стены здесь также оклеены обоями. Потолки также обои под покраску. Потолки без преувеличения. Здесь трехметровые. На полу лежит ламинат. Это сверху не ковролин, друзья, это просто коврик на ламинате. Так, вот эта комната общая, которую мы с вами посмотрели. Ну, она как гостевая, наверное, как гостиная такая небольшая используется. Может быть, как столовая покушать. Там приготовили, сюда принесли, да, здесь пообедали. Здесь у нас порядка 15 квадратных метров. И далее у нас еще с вами две комнаты. Вот такая у нас комната, порядка 20 квадратных метров. По ремонту здесь, давайте тоже посмотрим, обои на стенах. Поближе все это посмотрим. Потолок здесь. Обои под покраску с точечными светильниками по периметру, осветительный прибор, люстра. Ну вот, 4 окна, светлая будет очень комната, ламинат лежит на полу. Ну и тоже много цветов. Очень люблю дома, в которых вот так здорово растут цветы. Но они не просто так растут. Вы знаете, что написано на горшках? Поливать. Какого числа? Надо же. Вот поэтому, наверное, они так и растут. Так, а мы комнату с вами досматриваем. И у нас еще одна жилая комната. Отсюда и того получается 3 комнаты. Вот такая еще комнатка. Здесь у нас будет 10 квадратных метров. Здесь у нас с декоративной вставкой в зоне изголовья обои поклеены. И основная стена вот такого плана. На полу также лежит ламинат. Так. Очень радует в доме, что потолки не разноуровневые. По всему дому одинаковая хорошая высота потолка. Дом сам высокий. Мы из крыльца попали в прихожую. И далее мы двигаемся вот сюда прямо. Вот эта площадь сейчас используется как хранение. Тут шкафы. Но в целом сюда очень хочется. Да, маленькая, согласна. Но это кухня отдельная своя и два дома на участке. Вот об этом подумайте. Вот сюда очень хочется перенести. Ну, не то, что перенести, а оборудовать кухню. Почему хочется? Ну, во-первых, это очень легко сделать, поскольку у нас есть уже здесь колонка, которая работает на горячую воду. Установить сюда техусловия, получить на газовую плиту вообще проблем никаких не составляет. Дальше у нас здесь рядом вода. И канализация, потому что вот он наш санузел. И вот через вот эту вот стену вот сюда бросить трубы и вот где стоят сейчас шкафы, сделать кухонный гарнитур, вообще проблемы никакой не составляет. Да, повозиться, да, вложения какие-то. Но у вас два объекта на участке. Это, конечно, здорово. И гостевой дом тебе, и свой собственный дом, и с двумя кухнями, с двумя санузлами. Такая возможность, конечно, дорогого стоит. Поэтому вот на это обратите, пожалуйста, внимание, что вот эта площадь сразу из коридора вот сюда прямо рекомендую рассмотреть для переноса кухни, потому что для оборудования второй кухни, скажу так, потому что все необходимые коммуникации здесь уже имеются. И газ сюда заведен, и вода, и канализация, все это за стенкой. Вот в целом, ну, такая у нас концепция дома. Если кому-то такой объект подходит, понравился, не забудьте сохранить его ID-номер, чтобы мы как можно быстрее могли ответить на все ваши вопросы. Ну, конечно, не забудьте подписаться на наш канал. Буду вам благодарна за ваши подписки, лайки и комментарии. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».